послании прозвучало немало конкретных цифр о дополнительном финансировании сферы образования в нашем комментарии. И самое главное направление – это обеспечение не только местами в детских садах, но в соответствии с поручением президента Российской Федерации – это обеспечение местами в ясельных детских группах для того, чтобы молодые мамы с возраста полутора лет и раньше могли выйти на работу. И вот уже вышло постановление правительства Российской Федерации о том, что Чувашская Республика дополнительное строительство яслей в этом году выделяет 819 миллионов рублей. В следующем году выделяют более 516 миллионов рублей. В целом Чувашская Республика за 2 года на строительство дополнительно детских садов с ясельными группами будет выделено 1 миллиард 336 миллионов рублей. В целом по Российской Федерации для обеспечения охвата доступности дошкольными образовательными услугами в возрасте от 2 месяцев до 3 лет за 2 года будет выделено порядка 49 миллиардов рублей. Это, наверное, позволит нашим молодым мамам, у которых будет рождаться второй, третий ребенок, не находиться в семье, а при достижении полутора лет выходить на работу.